Начало августа – не время для отпусков. Кикбоксеры вовсю тренируются в зале и готовятся принять гостей из 41 региона страны. На финал спартакиады по кикбоксингу приедут лучшие файтеры России. Это первые и вторые номера сборной, поэтому на ринге конкуренция будет на высоком уровне. Конечно, официальные соперники – это Московская область, Кавказ. Ну, а также будет Амурская область, тоже хорошие ребята, хорошие бойцы обучены. Хорошая школа ДНР и ЛНР подъедет. А у них исторически очень хорошие файтеры и составляющие серьезную конкуренцию на турнирах. Алтайский край представит 5 кикбоксеров в разных весовых категориях. Один из лидеров – Александр Логачев. Пристально изучает возможных соперников и готов дать бой каждому. Подготовка проходит вполне отлично, тренируемся, пашем, вес скидываем, все, то есть все отлично заряжено. Показать первым делом хочется, конечно, отличные бои и занять первое место. Также в ринг выйдут Матвей Варфоломей, Василий Юрченко, Марат Гречушкин и Трофим Бучнев. Напомним, 7 августа будет первый день соревнований. Начало в 10 часов утра, а открытие состоится в 12:00. Файтеры ждут вас с поддержкой в спортивном комплексе «Победа». Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком.